загадку этого явления люди не могут раскрыть без малого 100 лет. На том месте, где оно случилось, побывало около 60 экспедиций. Об этом происшествии написано 1000 книг и статей. Но ни в одной из них вы не найдете окончательного ответа на вопрос, что же это за небесное тело пронеслось над сибирской тайгой и взорвалось силой в 1000 раз больше, чем атомная бомба, уничтожившая Хиросиму. Пока никто из специалистов даже не может сказать, правильно ли мы называем это явление падением метеорита. Летом 1908 года газеты сообщили о необычном природном явлении. 30 июня сейсмические станции всего мира уловили эхо мощного землетрясения в Сибири. Писалось о необычайно светлых ночах, стоявших вплоть до 4 июля по всей территории, от Енисея до побережья Атлантического океана. Ночи были настолько светлыми, что можно было читать текст, напечатанный мелким шрифтом. Вскоре в прессе были опубликованы рассказы очевидцев таинственного явления, случившегося в глухом уголке Сибири. Жители селений в районе реки Подкаменная Тунгуска сообщили, что 30 июня примерно в 7 часов утра увидели в небе ослепительный шар, который казался ярче солнца. Потом он превратился в огненный столб, потом в огненный сноп колосьями назад, потом в горящее бревно. После этих световых превращений земля под ногами качнулась, раздался страшный грохот. В далеких таежных поселках началась паника. И было отчего. Гул и грохот сотрясали окрестность. Раскаты грома слышались более чем на 1000 километров. Как подкошенные падали вековые деревья. Из окон вылетали стекла. В реках воду гнало мощным валом. Жилища ивенков срывало и уносило. Лошади падали. Одного из очевидцев отбросило с крыльца избы на несколько шагов. Как выяснилось позже, взрывной волной в тайге за считанные секунды было повалено порядка 80 миллионов деревьев. Начался пожар. Ученые установили, что войди он в атмосферу на 4 часа позже, Петербург был бы разрушен. Но прежде чем и мы отправимся в сибирскую тайгу на место катастрофы, нам придется вспомнить об одном происшествии, случившемся в Петербурге за 5 лет до этого. В протоколе, составленном петербургскими чинами полиции, сообщалось: в ночь с 11 на 12 июня 1903 года в лаборатории на улице Жуковского в доме номер 37 был обнаружен труп мужчины 45 лет отроду. Им оказался ученый-химик Михаил Михайлович Филиппов. Он лежал на полу, без сюртука, навзничь. Полиция не обратила на этот случай никакого внимания. Кровоизлияние в мозг, равнодушно отметил врач, подписывая протокол. Вскоре в газету «Санкт-Петербургские ведомости» пришло письмо от Филиппова, отправленное накануне трагедии. «На днях мною сделано открытие, — сообщал Филиппов, — практическая разработка которого фактически упразднит войну. Речь идет об изобретенном мною способе электрической передачи на расстоянии волн взрыва. Причем, судя по примененному методу, передача эта возможна на расстоянии 1000 километров». Оставим пока в стороне таинственное изобретение Филиппова и обратимся все же к происшествию в районе Подкаменной Тунгуски. Интересно, что в то время в тех же местах находилась экспедиция члена географического общества Александра Макаренко. Удалось найти краткий отчет о его работе. Никаких упоминаний о необычных световых явлениях и страшном грохоте в отчете нет. Странно, на никаких
попыток разобраться в причинах Тунгусского взрыва по горящим следам никогда не предпринималось. А, правда, некоторые старожилы и несколько, по-моему, петербургских ученых утверждали, что в 909-910 годах на месте взрыва была некая экспедиция с очень необычным снаряжением. Но кто были эти люди, чем они там занимались и кто организовал экспедицию? Официальных материалов не сохранилось, и следы таинственной экспедиции канули в неизвестность. Прошло совсем немного времени, и о страшном взрыве забыли. Если кто изредка и вспоминал о нем, то лишь до смерти напуганные венки очевидцы. Научные исследования о Тунгусской катастрофе в сущности начались с простейшего случая. В 1921 году, оторвав листок календаря, геофизик Леонид Алексеевич Кулик прочел сообщение о необычном метеорите, упавшем в сибирскую тайгу. Ученый немедленно загорелся желанием найти сам метеорит и сделать его достоянием науки. В том же году Кулик предпринял разведочную экспедицию в Восточную Сибирь. В первой поездке он только собирал сведения о таинственном событии и обобщал их. Составил представление о районе катастрофы, собираясь вернуться туда на следующий год. Невероятное количество комаров. Пожалуй, это единственное, что осталось неизменным в районе реки Тунгуска с тех времен, когда здесь последний раз побывал Леонид Кулик. Это было в 1928 году. Кулика прозвали легендарным учеником Тунгуски, потому что он организовал 4 экспедиции в эпицентр взрыва Тунгусского метеорита. Вот. И все эти экспедиции были абсолютно безрезультатны. На следующий год он привел новую экспедицию, изучил местность, и там были такие воронки. Воронки, как от снарядов. Он считал, что это воронки от осколков метеорита, которые упали туда. В 1929-м экспедиция была уже в 10 человек, и он велел раскапывать одну из воронок. Раскапывали, раскапывали, ничего не нашли. А потом нашли пень, старый пень на дне воронки. Причем возраст дерева по годовым кольцам был больше, чем время, прошедшее, значит, 20 лет от падения. А раз так, то, значит, это не могли быть метеоритные воронки. Это, если бы упал туда действительно метеорит или его осколок, то ни пня, ни трухи бы не осталось. И так следов падения не было. Члены экспедиции установили, взрыв произошел над землей. Но это для метеорита, мягко говоря, нетипично. Что ж тогда взорвалось? Впрочем, Тунгусской катастрофой ученые все-таки занялись, хотя и спустя 13 лет. Филиппов и его изобретения были напрочь забыты, несмотря на то, что о нем сохранились более чем интересные сведения. Друг умершего ученого, профессор Трачевский, сказал в интервью «Санкт-Петербургских ведомостей». Сущность секрета Филиппов изложил мне приблизительно. Он не раз повторил, ударяя рукой по столу. Это так просто, притом дешево. Удивительно, как до сих пор не догадались. Помнится, Михаил Михайлович прибавил, что к этой проблеме подбирались в Америке, но совсем иным и неудачным способом. Следом в печати выступил Дмитрий Иванович Менделеев. Идеи Филиппова вполне могут выдержать научную критику. Правительство отнеслось ко всем этим публикациям весьма прохладно, но газетчики не успокоились и продолжали копать. Они нашли одно из писем Филиппова, где изобретатель писал: «Взрывная волна полностью передается вдоль несущей электромагнитной волны, и таким образом заряд динамита, взорванный в Москве, может передать свое воздействие в Константинополь». Я полностью, может быть, даже согласен со словами, что это просто, даже очень просто, и даже странно, почему на это не обратили внимания. С
точки зрения осуществления. Как и в случае с Тунгусским метеоритом, официальные власти не проявили видимого интереса к изобретению. Позже мы вернемся к разговору о Филиппове, а сейчас снова перенесемся в тайгу. Кулик собрал множество рассказов очевидцев катастрофы, но загадку метеорита не разгадал. Рассказ очевидцев, на самом деле, как выясняется, не такая уж и надежная вещь. Например, в истории с Тунгусской катастрофой. Одни свидетели утверждали, что огненный столб шибко тайгу ронял в одну сторону, а на самом деле лес был повален в другую. Недавно в компьютер занесли более 1000 свидетельств о том, что же произошло на самом деле в районе реки Тунгуски. И выяснилась странная вещь. Оказывается, наблюдатели, там и венки, и прочие, видели не один болид, а целых два. И каждый из этих болидов летел в разное время и в разном направлении. Свидетельства о нескольких небесных телах, пролетевших над Сибирью, натолкнули некоторых ученых на более чем оригинальную версию о разумном Солнце. Так в 1908 году отмечалось существенное разрушение озонного слоя в средних широтах Северного полушария, происходившее до 30 июня, то есть до Тунгусской катастрофы. А вот после нее озон восстановился. Произошло это якобы потому, что на убыль озона среагировало Солнце и выбросило в направлении нашей планеты мощный сгусток плазмы, который был способен генерировать озон. Сгусток сблизился с Землей как раз в районе Тунгуски. Дальнейшая его судьба описана достаточно подробно. И это не самое экзотическое объяснение причины взрыва над Сибирью. Например... Многие энтузиасты поисков неземных цивилизаций считали, что там взорвался ядерный реактор, потерпевшего аварию инопланетного космического корабля. На первый взгляд это кажется нелепым, но идея об внеземном корабле была воспринята серьезно и получила отражение во множестве публикаций. И этому есть свои объяснения. Во-первых, многие очевидцы катастрофы говорили о каком-то светящемся болиде, который летал хаотически, а значит, возможно, был управляем разумными существами. Во-вторых, исследования Тунгусского района с воздуха выявили абсолютное сходство картины разрушений с последствиями атомной бомбардировки Хиросимы. В-третьих, оказалось, что растения и животные в районе Тунгуски развиваются ускоренными темпами. Наконец, многие свидетели описывали столб дыма по форме, напоминающий гриб. Вы знаете, что Тунгусский взрыв повалил лес на площади 2100 квадратных километров. Сюда, вот так, по такой, так сказать, бабочке колоссальной. То есть эта мощность взрыва оценивается от 20 до 30 мегатонн тротилового эквивалента. То есть это 1500-2000 бомб, сброшенных на Хиросиму. Экспедиция Флоренского в начале 60-х годов прежде всего стала исследовать почвы. То есть, если взрыв высотный, даже обычный метеорит взорвался, вы должны иметь рассеянное, как говорят, поле микрочастиц космического происхождения. Да, экспедиция Флоренского обнаружила такие частицы. Магнетитовые частицы размером от нескольких микрон до сотен микрон. Много частиц. Ну, если вы возьмете почву где-нибудь вот рядом с университетом или еще где-нибудь, вы обнаружите те же частицы. После войны в районе подкаменной Тунгуски побывало несколько экспедиций. В 1998 юбилейном для Тунгусского метеорита году в Сибири прошла даже научная конференция, на которой был обобщен опыт исследования последних лет. Ну, насколько это вообще было возможно. Так как в конференции участвовало более 100 ученых, то
разные были представлены точки зрения, иногда даже взаимоисключающие и противоположные. Но в настоящий момент, значит, большинством ученых принята следующая гипотеза, что это небольшая комета или осколок кометы, значит, состоящий из ледяных кристаллов, то есть по существу из воды H2O. Вот. Вошел со скоростью порядка 40 километров в секунду в атмосферу, вполне определенной траектории, значит, и перед таким телом образуется, значит, ударная волна. За ударной волной температура десятки тысяч градусов, очень высокое давление. Это тело не выдерживает таких параметров, начинает дробиться на отдельные куски. Все это происходит довольно быстро, потом испаряется, получается как бы взрыв, и на высоте примерно оценивается там 7, 10, 12 километров произошел взрыв. Как неубедительны доводы Юрия Викторовича Чудецкого, но они оставляют место для новых предположений, особенно если в научном обороте появляются ранее неизвестные факты. В частности, мы полагаем, что объяснение взрыва так называемого Тунгусского метеорита следует искать в опытах русского ученого Филиппова. Очевидно, что Михаил Филиппов проводил таинственные опыты в своей домашней лаборатории. Изобретателем интересовалась царская охранка, поскольку имелись сведения, что он создает новое супероружие. Полиция считала, что работа ученого представляет опасность для царской семьи и страны в целом, поскольку он, как и большинство русских интеллигентов, симпатизировал революционерам. Филиппов и сам однажды высказался в том духе, что может направить взрыв на Зимний дворец. После его смерти рукопись, а также взрывная установка исчезли. И где они до сих пор неизвестны. Вполне возможно, что сразу после внезапной смерти Филиппова его установка и научные бумаги были похищены царской охранкой. Работы по созданию супероружия были продолжены. В 908-м в Сибири состоялся опыт по передаче энергии взрыва на большое расстояние. Он оказался такой силы, что все участники испытаний погибли, как в свое время сам Филиппов. В том случае, если в 1908 году действительно в Сибири происходило испытание сверхсекретного оружия, безусловно, такое могло происходить только с санкцией самого высокого начальства и под очень большим грифом «секретно». Понятно, почему ни один исследователь не смог проникнуть в район Тунгуски после взрыва. Да и последующие 10 лет тоже. Если речь идет об передаче энергии взрыва на расстояние, то становится совсем ясным, что именно произошло в районе Тунгуски. Единственное, что остается за семью печатями, так это только то, как это произошло. Специалисты полагают, что Филиппов экспериментировал с пучком электромагнитных волн, которые могли на расстоянии поджигать предмет. Сохранились свидетельства, что в лаборатории ученого валялись толстые доски с отверстиями, как будто прожженными раскаленным гвоздем. На одной из них сохранилась надпись «10 шагов», означавшая расстояние до установки. Вспоминали намеки Филиппова на параллельные исследования в Америке. Скорее всего, имелись в виду эксперименты известного физика Николы Теслы, который он проводил в своей лаборатории в Колорадо-Спринг. Тесла зажигал электрическую гирлянду на расстоянии. Что-то подобное делал и Филиппов. Очевидцы утверждали, что из окна лаборатории вылетал мерцающий луч, от которого загорались заброшенные строения. Филипповым, судя по всему, был случайно нащупан и открыт способ передачи взрывной волны на каком-то расстоянии. Видимо, это какой-то очень простой эффект, который реализуется даже человеком-непрофессионалом, на который просто не обращали внимания, недостаточно исследований. На заре перестройки несколько человек стали свидетелями сенсации. Кандидат технических наук Георгий Арминакович Симонян воспроизвел опыты профессора Филиппова. По его мнению, Филиппов передавал с помощью электромагнитных волн вовсе не энергию.
а информацию. Он как бы приказывал динамиту: взорвись. На первый взгляд все это кажется мистикой. Но Симонян на мистификатора вовсе не похож. Он доходчиво объясняет: во время любого физического процесса, в том числе и взрыва, вещество излучает слабые электромагнитные волны, несущие информацию о происходящем. Каждое такое послание – сложный набор электромагнитных волн определенных частот. Если теперь нужную фразу передать на другой образец того же вещества, ну, например, пороха, то его можно взорвать. Вот так спокойно утверждает Симонян. Взрыв обеспечит давно известный ученым параметрический резонанс. Вещество как бы откликается на определенные волны, и в нем начинают идти сложные процессы. Облучаемое вещество постепенно накапливает огромный статический заряд, затем следует искра и взрыв. Ну, знаете, вообще-то можно можно самолеты взрывать на расстоянии. Относительно слабое электромагнитное излучение, определенным образом подобранной формы, тут совсем не обязательно громоздкая аппаратура, в считанные секунды способна довести топливо в баках до взрыва. А другой набор волн вызовет совершенно иной параметрический резонанс, в результате которого топливо просто перестанет гореть, двигатели остановятся. А можно вообще варварский способ использовать, это направить весь обширный набор наших электромагнитных излучений от тела, которое мы взорвали, к телу, которое хотим взорвать на расстоянии. При этом совершенно не обязательно заботиться о понятности некоторых слов нашего послания. Именно это, по мнению Симоняна, и делал Филиппов. Это же и воспроизвел в 1987 году и сам Симонян. Собрав несложную электрическую установку, он поджигал в небольшой чашке порошок редкоземельного металла гафния, а в другом конце комнаты точно такой же порошок сам загорался под воздействием излучения небольшой антенны. Непонимание всей силы того джина, которого обнаружил Филиппов, скорее всего и привело к гибели питерского изобретателя. Симонян реконструирует события так. Филиппов перешел от динамита и пороха к опытам с водой и соляными растворами. Но ведь человек сам на 80% состоит из воды и солей раствора. Кто знает, какие реакции шли в пробирке, когда Филиппов включил свою установку. Электромагнитные волны подействовали на организм исследователя и вызвали его смерть. Филиппов словно передал себе команду: «Взорвись!» В отличие от Филиппова, я прекрасно осознаю опасность всех этих опытов. Но Филиппов, как первопроходец, мог и просто не осознавать, к чему приведут эти опыты. А я осознаю всю опасность, поэтому от зажигательных опытов я отказался. Вообще ситуация изменилась на 180 градусов. Можно продолжать изучать язык параметрических резонансов, но пока тема закрыта. На вопрос, мог ли в Тунгусской тайге быть проведен эксперимент по передаче энергии взрыва на расстояние, Симонян отвечает: теоретически мог, практически навряд ли. Взрыв такой силы мог случиться только при скоплении метана или чего-то в этом роде. Послевоенные геологические исследования обнаружили в районе подкаменной Тунгуски выход метана в атмосферу. Теперь мы знаем и об этом обстоятельстве. Но окончательной разгадки тайны Тунгусского метеорита по-прежнему не достигли. В 1969 году в журнале «Природа» появилось руководство под интригующим названием «В помощь составителям гипотез, связанных с падением Тунгусского метеорита». В ней автор лаконично на двух страничках рассказывает о 77 гипотезах, зарегистрированных на тот момент. Сейчас их уже 120. Например, кометная гипотеза. О том, что в Тунгусской тайге взорвалась небольшая комета. Есть предположение, что взрыв был вызван не падением метеорита, а лазерным сигналом. Говорят о столкновении Земли с массой антивещества, отчего произошло высвобождение большого количества ядерной энергии. К
Кто-то говорит, что Тунгусский метеорит был миниатюрной черной дырой. Наконец, существует утверждение, что Тунгусского метеорита вообще не было, а случилось землетрясение, которое сопровождали взрывные явления. Гипотез много, но окончательного решения нет. Пока дан ответ на вопрос, как это было. Однако до сих пор непонятно, что это было. А значит, что искатели истины по-прежнему могут отправляться в путь.